Приветствую вас, дорогие друзья. Дай Бог вам доброго времени суток, доброго вечера. У нас сегодня, друзья мои, во время эфира есть у всех возможность задавать свои вопросы, какими бы они ни были. Охватывают все темы, которые у вас есть желание поговорить, задать вопросы. А так у нас к нам поступили вопросы, на которые я вот во время вот прямого эфира хотел бы ответить. Вот этот вопрос Матевос задал. Он у меня записан, брат мой, в течение эфира. Обязательно я отвечу на него. Как раз все вопросы я взял оттуда, где вот вы всегда пишете во время вот сторис, когда я выкладываю, спрашиваю, задавайте свои вопросы. Вот когда вы пишете, я все сохраняю, обязательно на них отвечаю. То есть ни один вопрос не просто так не уходит. Начнем с молитвы. Ортнял термер Иисус Христос. Амин. Хайрмер. Горхеркинсес. Сурпиелитианунко. Егесцеаркаютюнко. Егецин камкко. Урпес херкинас еверкри. Асхац мер ханапазорт. Турмес айсор. Евтохмес партисмер. Урпес евмек. Тогумк мерот спартапанац. Евмитан ирасмес и порцутюн. Альперкиас месичаре, зикой аркаютюн, евзорутюн, евпарк, хавитянас, амэн. Холи мастутюн, Иисус, мес и мастутюн тур, уркарчев, амэн жан барин хоренг, барин хосенг, ев барин горценг, иск чар хорурднериц, чар хоскериц, ев чар горцериц паркир мес, ев угол мир карараснерин, ев мес. Возьмем Магарис. Амин. Амин, братья и сестры. Ну что ж, поехали. Первый вопрос, который друзья мои задают, задали мне, говорит, что люди пользуются моей добротой. Что делать в такой ситуации? Что делать? Так же быть злым или нет? Друзья мои, вот наш Господь, этот вопрос очень хороший. И наш Господь Иисус Христос в Библии как раз, точнее, наш Господь сказал, и Библия это зафиксировано в Евангелиях, где Он как раз говорит, Он говорит, что не протився злу, то есть не протився тому человеку, который делает зло, но против самого зла, конечно же, будь против, протився злому. В том смысле, когда говорит, ударили в правую щеку, поставь левую. Что это означает? То есть не будь мстительным, не враждуй. У тебя цель должна быть помочь этим людям вернуться, помочь этим людям встать на истинный путь, помочь этим людям прекратить свои вот эти действия. Вот представьте, если вот в семье какой-нибудь, да, было вот так. Вот, что постоянное мщение, постоянное стремление доказать свою правоту, постоянное стремление там, насолить мужу или жене. Ах, раз так, ты в тот раз вот так мне сказал, там, да? В тот раз ты меня косо посмотрел, сказал, что я плохо готовлю, а в этот раз я вообще дверь не буду открывать, когда ты придешь, там, или открою, даже не приветствую тебя. Да? То есть представьте, эта вражда попадет в сердца людей, насколько это страшно. Настолько это ужасно, да, что будет, что произойдет, ничего хорошего не произойдет. И мы, друзья мои, должны быть, найти вот эту золотую середину, где должна, так сказать, доброта, вообще доброта, она должна постоянно быть. И когда мы, например, какое-то иное отношение к людям проявляем, это тоже проявление нашей доброты. Вот, к примеру, наш Господь Иисус Христос как говорит, если против тебя согрешит брат твой, иди и обличи его, когда вы наедине. Потом при двух-трех свидетелях. Потом при церкви, говорит. Но при церкви, здесь святой Василий Великий толкует, что при церкви имеется в виду при епископе или при настоятеле, при каком-нибудь священнике, да? А если и вот священник вот после этого уже при церкви не послушается, да, пусть он будет тебе как мытарь или как язычник.
И апостол Павел, да, говорит, что некоторые люди, которые называют себя братьями, да, но они живут по-братски, как вот христиане, да, изгоняйте их от себя, да. Но смысл в чем, чтобы он был как мытарь или как язычник, смысл в чем, чтобы с такими людьми как бы не общаться, чтобы эти люди увидели, что вот ты, чтобы они почувствовали вот ту сладость, когда ты вот с ним хорошо относился, и вот теперь они это потеряли, и чтобы они пришли с покаянием, и вы снова стали друзьями. То есть и это здесь проявление любви должно быть. Наш Господь Иисус Христос говорит апостолам, и, конечно же, все, что же я говорю, это, конечно же, нужно смотреть конкретный случай, конкретную ситуацию, друзья мои. Наш Господь Иисус Христос, когда отправлял своим апостолам, говорит: будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Если человек будет только прост, как голубь, да, вот, ко всем с добром относиться и так далее, да, но в этом случае есть большая вероятность, что просто люди будут пользоваться этим моментом. А если он будет только мудр, как змей, да, он будет как обычный циник. Всем он будет пользоваться. Поэтому, друзья мои, мы должны найти вот эту золотую середину в этом наших, в наших, так сказать, отношениях с людьми. Это вот такой ответ. Мне кажется, очень важно также здесь иметь духовного наставника, с кем можно переговорить, общаться на эти темы и сказать: вот такая ситуация, что мне делать? Вот постоянно на работе там меня оскорбляют, что мне делать? Так же ответить или нет? Очень полезно вспомнить Господа Иисуса Христа. Вообще полезно его всегда перед собой иметь. Когда его пришли, ударили, он спросил: ты почему это делаешь? Почему ты меня бьешь? Объясни, в чем причина? И тот, устыдившись, ушел, потому что не было причины. То есть надо спрашивать, задать вопросы: почему так делаешь? Что тебя побуждает? Следующий вопрос, который мне задали: добрые агностики попадут ли в рай? Друзья мои, я, честно говоря, не знаю, кто куда попадет. Я даже не знаю, Гитлер попал в рай или нет, Сталин попал в рай или нет. Никто этого не знает, друзья мои. Наше дело знать, что только Христос, только христианство есть истинный путь к спасению, так сказать, попаданию в рай, да, если вот так в данном случае отвечать на вопрос. Поэтому мы должны устремиться посредством этого пути, единственного истинного пути, двигаться к нашему Господу и Спасителю. Вот. А там агностики как? Агностицизм – это не спасительная религия. Это даже не религия. Атеизм не спасительный. Да? Там, буддизм мы считаем не спасительным. Ислам не спасительный. Спасительное только христианство. И мы вот по этому пути должны идти. А там какие-то мусульмане спасутся или нет, буддисты спасутся или нет, этот спасется, это не наше дело. Наше дело молиться за этих людей, наше дело распространять нашу веру, наше дело, во-первых, извините, прежде всего себя пытаться, да, чтобы мы спаслись. И вот таким образом, друзья мои. А все остальное, конечно же, уже дальше, уже само собой, пусть посмотрим, что будет. Следующий вопрос. Можно ли молиться без свечек? Друзья мои, если мы вообще разберемся, что такое молитва, то поймем, что этот вопрос, ну, так сказать, не сильно уместен. Но попробую я все-таки объяснить. Давным-давно, друзья мои, когда вот во времена нашего Господа Иисуса Христа, христианство было гонимой религией, чтобы вы знали. Они, люди, прятались в пещерах, под землей прятались, в катакомбах прятались, да, и там они свечки ставили, там, да, чтобы свет был, чтобы могли вот там взять Библию в руки, чтобы могли Библию читать, чтобы могли иногда молитвослово читать, служебные книги читать, да, богослужебные. И вот оттуда появилась такая традиция, чтобы люди свечки ставили. В дальнейшем, когда уже появилось электричество, появилось, люди уже свечку тоже начали, продолжали как бы ставить, но не так часто, да. Но это также имело с собой характер милостыни, когда люди ставят свечку и за это какое-то там пожертвование оставляют. Это как бы
Милостыня. Но также можете милостыню ставить и без свечек, вот, чтобы было понятно. И сейчас, когда, то есть, самое важное – это молитва, а свечка и так далее – это всего лишь традиция, да, можно и без свечек молиться. Сейчас, когда внутри мало веры у людей, когда у людей, к сожалению, очень мало знаний о христианстве, то только остаются внешние выражения, какие-то внешние, так сказать, обряды. Но, друзья мои, это все должно быть выражением. И что касается свечек, это не какой-то обряд. Да, можно, то это не какое-то таинство, да. Свечки – это всего лишь традиция. Эту традицию никто не заставляет вас покупать свечки, никто не заставляет вас ставить свечки, сказать, только вот так можно молиться. Нет, друзья мои, молиться можно без свечек. Это стопроцентный момент такой. Вопрос, как начать ходить в церковь? Огромное количество путей есть, друзья мои, как это начать. Этот вопрос можно по-разному ответить. Например, в моем случае этот момент очень помогли люди. Вот, к примеру, Давид Бекназарян, да, с кем я часто разговариваю, к примеру, Вартан Погосян, да, наши вот церковнослужащие очень помогли. Мое общение с ними мне вот, например, помогло, да. Общение с общиной, да, это очень важно, это чрезвычайно важный момент, друзья мои, что общение с себе подобными христианами, вот так скажу. Не с теми, которые там раз в год там пойдут там на праздники, два раза в год, да, там, или свечку ставят, когда плохо кому-то, кто-то умирает, да, а с такими людьми, которые углублены в религии. Вот общение вот с такими людьми очень помогает, друзья мои, начать ходить в церковь. Очень многие вопросы начинают отвечать. Ты понимаешь, что ты не один, как минимум. Молитва их тоже помогает. То есть ходить в церковь нужно начать с общения с людьми. Это вот в моем случае. Есть другие пути. Это чтение Евангелия. То есть это все, это я не говорю, что вот конкретно один путь, да, то так или вот так, это все можно как бы вместе сделать, да. Чтение Евангелия, это тоже помогает очень начать. Молитвы, это все вместе должно быть, и молитвы, изучение трудов святых отцов, это может быть со временем, да, уже появится изучение трудов святых отцов. Изучение современного богословия тоже помогает, друзья мои. Вот. Посещение духовных лекций, думаю, в каждой церкви это все есть, что священники проводят духовные лекции, духовные беседы со своими, вот, своей паствой. Это тоже очень помогает начать эти первые шаги сделать. Конечно, посещение различных сайтов христианских тоже помогает, но очень важно, чтобы сюда уже мы не попадали в секты различные, смотреть, что это официальное, так сказать, позиция церкви, официальные вот странички, вот так. Можно вот так, но обязательно чтение Евангелия, изучение святых таинств, кто не крещен, пойти креститься, кто не исповедовался в своих грехах, пойти исповедоваться. Но все-таки первое, самый первый шаг, да, мы видим даже в Евангелии, это слова Христа «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть первый шаг – это покаяние. Когда мы каемся в своих грехах, мы пытаемся измениться, мы хотим больше не жить той жизнью, которой жили, и хотим новой жизнью жить, жизнью с Христом. Вот решение, вот такое решительность быть с Христом и жить с Христом. То есть надо начать с покаяния. Желательно пойти на личную исповедь к священнику, если есть такое. Было бы здорово вообще. Вот. Следующий вопрос. Что происходит с человеком после смерти? Ну, конкретно сказать, что происходит, это выше нашего понимания, мы не можем. Некоторые отцы так говорят, некоторые по-другому. Но смысл общий таков, что человек ожидает второго пришествия Христа. И живые, и усопшие все вместе ожидают второго пришествия Христа, друзья мои. Вот, в принципе, что происходит. Такой момент ожидания. Поэтому мы уже называем не мертвые, а усопшие их людей. Что христианство говорит про алкоголь? Несколько вещей говорит христианство про алкоголь. Вот святой апостол Павел в письме
к Тимофею, говорит, что уже употребляет не только одну воду, но и вино. Христос, помните, да, что он умножил вино на свадьбе, да, вот Кане Галилейской. Вот интересный момент, да. В Ветхом Завете Псалтире говорит, что мое сердце возрадовалось от вина, да. То есть много что такого видим хорошего о вине, а вот об алкоголе. Но вместе с тем мы видим, что, например, про Иоанна Крестителя говорит, что он вина из секеры не будет пить. Но Иоанн Креститель был назарей, то есть в Ветхом Завете были такие люди, назареи, которые не пили этого, они давали обет не пить. То есть это исключительный случай такой. Кроме всего этого, друзья мои, мы видим еще про алкоголь некоторые моменты. Апостол Павел уже в письме Коринфянам, если не ошибаюсь, говорит, что пьяницы Царства Небесного не наследуют. В другом месте он говорит, не упивайтесь вином, от него происходят различные грехи. То есть мы видим, опять же, что здесь нужно найти, друзья мои, золотую середину. Не упиваться вином, не бить пьяницы, не зависеть от вина, не зависеть от алкоголя, да? А использовать алкоголь для лечебных целей, для своего организма, да, чтобы он поддерживал организм. Только в таком случае в малых количествах. Ну, например, я вообще не употребляю алкоголь, друзья мои. Не потому, что я там это грех или что-либо, а потому что я не могу. От запаха мне уже плохо. Вот так только могу объяснить. Ну, вино чуть-чуть только, и все, вот так. Это чисто вот мое отношение, потому что чисто, ну, я не могу, мне плохо от запаха. Но есть люди, которые пьют, но это, ну, мало, опять же, Христина, важно найти эту золотую середину и пить мало. То есть, чтобы не опьянеть, не стать зависимым и так далее. Как уговорить мужа крестить ребенка, ему уже 6 лет? Ребенку 6 лет, как уговорить мужа крестить ребенка? Вообще, друзья мои, очень важно семейным парам иметь духовного наставника. Кому вы, вот, вы можете пойти за всеми вопросами, чтобы он помогал вашей семье, чтобы там не было конфликтов. Или даже если будет, пойти сказать, отче, вот у нас вот такое, вот не смогли поделить там, не знаю, на кухне там что-то произошло, там, не знаю, на кухне там я ему сказал там, принеси это, а он там, она там это не принесла, там, и все, пошло-поехало, да. Или там я пошутил, а он не понял, и пошло-поехало. То есть пойти поговорить, чтобы он нас, священник здесь, поскольку священник это не мама, это не теща, это не кто, свекровь, да, это человек, который он хочет, чтобы у вас был мир и любовь в семье. Вы скажете, а что, теща не хочет? Многие на самом деле тещи, они чью позицию отстаивают-то? Сына своего, теща это дочь, то дочку, позиции дочки, то есть цели. То есть предвзятое отношение, 100% виднеется, да, что это предвзятое отношение. Многие свекрови там, своего сына там, я знаю ситуацию, что я общался с одним человеком, мне очень близким, который побил свою жену на улице. Та пошла в милицию, подала на него заяву. Что происходит дальше? Я подхожу к ним домой, там, к этому мужчине, моему знакомому и даже родственнику. Говорю, зачем там? А, ну, он ударил ее, она упала, там, чуть царапалась, там, вот тут шея там поцарапала, да, чуть. Ну, что такое царапина по сравнению с тем, что ты ударил ее, она упала? Это, согласитесь, это несоразмерные моменты такие. Что говорит его мама? Что будет с моим сыном, если они дальше будут вместе? Что она вот так царапает ее? Так вопрос, слушай, ты там царапина всего лишь, а он ударил ее. Почему ты не думаешь, что будет с ней и что будет с ними, с их семьей? Да ей все равно, ей самое важное, это ее сын, вот и все. То есть часто бывает, что теща, там, свекровь, да, они отстаивают интересы своих вот родных. По этой причине очень важно иметь священника, к которому вы можете ходить, исповедовать свои грехи, и, конечно же, который будет вам давать советы, помогать в том, чтобы ваша семья, так сказать, реализовывалась и оставалась семьей.
Значит, в этом плане, как уговорить мужа крестить ребенка? Вот нужно иметь такого. И вопрос у меня возникает: а почему не крещен? Что он говорит? Вот поговори с ним, спроси, в чем проблема. Многие мужчины, они думают, что и да, в принципе, семьи, огромное их количество, там, деньги будут, чтобы нормальное крещение пошло, да. Да это не нужно. Если вы верующий человек, если вы готовы ребенка воспитывать в христианском духе, то это не должно быть вас, не должно волновать вас, что ребенок там, ребенка покрестим и, так сказать, после крещения не сможем отпраздновать, как там следует, в ресторане там, да, или пойти там в бассейн, как некоторые любят, да. Это вас вообще не должно волновать. Это не важное, важно это крещение. Но если у вас нет вот этого общего осознавания того, для чего крещение, то, может быть, и не следует крестить, если вы не понимаете, в чем дело. И для вас крещение всего лишь какой-то там внешний обряд и все там, дань традициям и так далее, то, может быть, не следует этого тогда делать. Подождите там, не знаю, что-то, вы сначала там поймете, что это такое. А то вы покрестите ребенка, и он вырастет непонятно кем, да, если вы не помогаете, ничего не делаете, да, чтобы они поняли, что такое христианство. То есть, в первую очередь, вы должны это все понять в данном случае, да, и ваш муж должен понять, насколько важно крещение. Конечно, здесь очень много вопросов возникает, на которые желательно бы тоже поговорить уже в личных сообщениях. Какие законы из Ветхого за это следует соблюдать, а какие нет? Ну, вот все эти обрядовые моменты, которые в Ветхом Завете было, их не нужно, конечно же, соблюдать. Но остальные, вот наш Господь сказал, как к ним обратились, там, да, не воруй, не кради и так далее. Это вот толкование нашего преснопамятного Сарбазана, Заре Сарбазана. Вот он об этом говорил. Вот, можете написать, я вам скину информацию, это об этом почитаете. Когда христиане поднимают палец вверх, что это значит? И забыл сказать по поводу предыдущего вопроса, что мы на Ветхий Завет смотрим только с позиции Нового Завета. Об этом говорит святой Ириней Лионский. То есть мы вот Ветхий Завет, там многие начинают с Ветхого Завета, читают и не понимают, как это может быть так. А поэтому, друзья мои, надо начать с Нового Завета, и когда мы начнем с Нового Завета, и уже будем на все смотреть с точки зрения Нового Завета. Мы так и должны делать. А, к сожалению, многие наоборот делают. Когда христиане поднимают палец вверх, что это означает? Я не знаю, надо спросить у тех христиан, которые так и делают, поднимают палец вверх. Я не знаю. Многие вот там показывают на Бога, это как футболисты, например, там баскетболисты там забили там мяч, да, показывают на Бога, говорят, это все благодаря ему, слава Богу за все. Да, не я там, да, такой хороший весь там, да, что забил гол, там, что вот дошел до вот такого, к такой карьеры, успеха, за все Богу спасибо. Но не стоит путать вот с этими моментами, там, типа Кавказ сила, там, или Аллах един, или что-либо еще, а Кавказ един, или там, Аллах един, как вот многие там мусульмане говорят. И для многих христиан думается, а почему у нас этого нет там, да, вот почему мы так не делаем. В деле, в жизни это делаете, друзья мои, там, с вами вот этими показными вещами, думаю, можно в жизни просто это все реализовать. Лучше всего. Что такое спасение, как спастись? Спасение, друзья мои, это смысл, цель нашей жизни. Вообще, если мы откроем Евангелие от Иоанна, то увидим, что там написано смысл в чем? Смысл жизни, цель жизни. Цель жизни быть с Богом, друзья мои. Почему мы говорим, очень важно идти по воскресенью на литургию? Мы там тесно бываем с Богом. Еще теснее, чем просто во время молитвы. А вот спасение, вот это настолько то, что мы бываем с Богом, что ближе этого, выше этого ничего нет. На земле выше причастия нет ничего, да, когда мы вкушаем тело и кровь Христа. А вот в небесах это спасение, это унаследование вечной жизни, это Царство Небесное, это рай, попадание в рай, как некоторые говорят, да. Вот это спасение. Многие могут спросить, спасение от чего? Спасение от смерти. Христос для того и пришел, чтобы мы не имели смерть, чтобы мы имели жизнь, чтобы мы спаслись от вечной смерти. По этой причине Господь и пришел, друзья мои. Спасение – это вечная жизнь. Вот. И как спастись? Как спастись? Жить, во-первых, верить в Иисуса Христа,
верить в символ веры и делать, жить в соответствии с этой верой. То есть любить Бога, любить людей, причащаться телу и крови Христа, иметь истинное христианское вероисповедание, вот, и участвовать, конечно же, в таинствах. Три вещи, друзья мои, три. Опять же, нравственная составляющая, да, что мы живем христианской жизнью, любим Бога, любим людей и проявляем обязательно эту любовь. Не просто там сказать, да, я люблю Бог, Иисус мой Бог и так далее, я люблю тебя, ой, отлично, я видел тебя во сне там, или что-либо еще там, да, вот это все. Не просто там говорить, да, любить Бога, выражать свою любовь делами, любить людей, выражать эту любовь делами. Второе – это участие в таинствах церкви, то есть таинственная жизнь церкви, таинственная жизнь христианина, путь к спасению. То есть причастие тела и крови Христа, крещение, исповедание своих грехов, покаяние, вот это приводит к спасению. И третий момент – это истинное христианское вероисповедание, апостольское вероисповедание, то, что ты веришь действительно в это. Ты не просто это делаешь там, да, и это там приходишь на обряды, там, таинства, а ты веришь в истинного Бога. Символ веры нашей церкви, знаешь, да, и веришь в это. Вот это путь к спасению. Это правда, что чистого верующего человека не берут ни вирусы, ни микробы. Может быть так, а может быть и не так, не обязательно. Есть святые, которые болели. То есть этот момент, он еврейский очень, иудейский. Да? Например, Иов, он был праведником, да, но болел, но заболел. Язвы были у него, да. Что не был праведником, был праведником. То есть это от этого не зависит. Вот что можно сказать. Тот момент, что раз ты грешник, значит ты будешь там самым больным в мире человеком, тоже неправда. Может быть и не так. Вот. Вот, в принципе, этот момент. Связано ли здоровье тела с внутренним миром? Ну, ты можешь быть, например, святым, да, а можешь быть там инвалидом, например. Не может быть так. Или можешь быть там незрячим, слепым. Может быть, там нога болеет, там, может быть, часто там вирусы хватает, да. Но ты, в принципе, верующий, да, святой даже, может быть. Даже вот в некоторых монахах, там, у них там рак был, и что, они не святые, что ли? То есть это одно с другим не нужно смешивать. Может быть так, может быть, конечно, так, но это не обязательно. И болезнь действительно, вот как мне подсказывают, вот так пишут, да, спасибо большое, если есть возможность, пишите, пожалуйста, тоже свои мнения, мне это очень интересно. Но далеко не уходите, потому что может там люди быть, которые полную ересь будут писать, и тут люди будут смотреть, там, соблазняться. То есть коротко, да, какие-то подсказки есть, будет здорово, я буду очень благодарен вам, друзья мои. Да, и болезнь может как бы для испытания, да, вот как у Иова, да, и Иов, некоторые говорят, некоторые Иов, вот, как у Иова, да, например, может быть, вот, человек показал вот этими своими действиями, да, насколько он вера, вот. Так, следующий вопрос, Библия, это сколько книг? 75 книг, друзья мои, Библии. Протестанты говорят, что 66, нет, мы говорим 75, они принимают только те книги, которые были на еврейском написаны, это, в принципе, то же самое делают евреи. Но мы принимаем септуагину, то есть толкование 70 отцов, да, мы их тоже принимаем, а там было и Маковеев, и так далее, и так далее. То есть это те, которые были написаны. Там и премудрость Соломона, и все такое, мы это тоже принимаем, друзья мои. Когда будет следующее освящение мира в Эчмиадине? В Эчмиадине, друзья мои, следующее освящение мира будет... Внимание, 2022 год, в 2015 году был, каждые 7 лет освящение мира. В 2022 году будет освящение мира, через 2 года. В каких случаях и можно ли креститься во второй раз? Нет, друзья мои, апостол Павел в послании к евреям, в 6 главе, говорит, что те люди, которые второй раз крестятся, второй раз распинают Христа. Да. И нельзя второй раз тоже вот это духовное просвещение святой купелью принимать. Понятно, да? Значит, соответственно, друзья мои, крестимся только один раз, за исключением тех случаев, когда люди
думали, что крестились, но в каких-то сектах, еретических организациях, там, тоталитарных сектах и так далее. В данном случае мы всего лишь, когда их берем, крестим, мы их как раз крестим в первый раз, не второй раз. То есть второй раз креститься нельзя. Вот, это, друзья мои, 16 вопросов я на них ответил. Сейчас я посмотрю те вопросы, которые во время прямого эфира были заданы. Вопрос. Какую одежду, значит, должна носить христианка? Ответ. Скромную одежду, друзья мои. Одежда должна быть опрятной, и одежда должна быть не вызывающей. Вот теперь думайте, это одежда до локтей, там, вот до сюда, вот там, да, вот до сюда, вот там, юбка какая должна быть. Друзья мои, это все уже вы там сами должны. Я тут не дизайнер, да, там, и священник, это не дизайнеры, там, да, чтобы нам говорить, как там вам одеваться или как, да. Хотите, можете одеваться по моде, но данная одежда, которая вот по моде, да, это все не должно вызывающе быть. И не должно стараться, там надо, чтобы это была скромная, кроткая одежда. Многие могут сказать, есть же там люди, которые одевают хиджабы, не знаю что, но при этом они там нескромные и так далее, и так далее, и так далее. Друзья мои, мы должны быть нелицемерными. Что такое лицемерие? Когда внутри у тебя есть кротость, смирение, там, да, любовь, честность и так далее, да? То есть, соответственно, твой внешний вид только такой же захочет. Ты захочешь быть таким же. Невозможно, чтобы ты был скромным человеком. Невозможно, чтобы ты был порядочным человеком и одевался очень непорядочно. Это не бывает так. Я вот склонен так говорить. Это лицемерие иначе. И то же самое наоборот не бывает. Хотя бывает, но это все же лицемерие, уже показуха. Вот. Этот момент. Так, следующий вопрос. Иисус это Бог? Да, Иисус Христос есть Бог и человек, Бог и человек. То есть Бог, ставший человеком, но не перестающий быть Богом. Об этом как раз говорится в Евангелии от Иоанна. Если мы откроем прямо вот первые строчки этого. Вот внимательно. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. А 14 стих, если мы почитаем, написано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть Бог, Он, друзья мои, не такой уж далекий, да, там где-то там далеко-далеко, что мы его не видим, и мы не такие там рабы его, да, в данном случае, вот как некоторые вот считают себя, что мы настолько далеки, что даже не можем его там, да, как-то там в своей жизни увидеть, да, его присутствие. Нет, друзья мои, Бог настолько нас любит, настолько возлюбил нас, что решил стать человеком, решил обитать с нами, быть рядом с нами, чтобы мы коснулись его, трогали и так далее, и видели его, осязали. И для чего? Для того, чтобы нас спастись, спасти нас. Это вот как если человек попадает в яму, и Бог сходит в эту яму, чтобы его взять, себе на плечи положить и поднять. Вот так же примерно получилось и с Христом, друзья мои. Вот. Поэтому Христос обязательно должны верить, что Христос является Богом. Почему Бог послал пророков, а сейчас оставил нас? Друзья мои, вы чего? Господь отправлял пророков, которые возвещали о пришествии Христа, о первом его пришествии. Потом Христос пришел, то есть сам Бог пришел. Сначала своих слуг отправлял, да, в этот мир. Призывал к тому, чтобы люди жили правильно, истинно, христианской жизнью. Да? Потом сам пришел. Сам пришел, он, понимаете? И сейчас то, что вы говорите, почему сейчас оставил нас, друзья мои, пророчество это не только, когда говоришь о будущем. Пророчество это когда ты, как вот посланник Бога, возвещаешь его волю. И церковь, друзья мои, сейчас возвещает волю Бога. Каждое воскресенье на литургии есть проповедь, всегда эти проповеди, церковь всегда высказывает свою позицию и посредством этого выражает волю Бога. Это и есть пророчество в данном случае. Следующий вопрос. Иисус в григорианской вере пророк или же Бог? Значит, друзья мои, наша вера не григорианская.
наша вера не григорианская. Наша вера армянская апостольская святая церковь. Слово «григорианская» – это, так сказать, привязанный к нам термин, и притом этот термин он привязал не наша церковь, не кто-либо еще из церковников, да? А это сделал вот император Николай I в 1825 году, когда вступил на престол. В 1936 году, если не ошибаюсь, уже он это сделал. То есть мы к этому отношения не имеем. Наша церковь называется Армянская Апостольская Святая Церковь. Вот. Пророк или же Бог? Бог, друзья мои, никакой он не пророк. Вот. В этот момент. То есть в рае есть уровни. В этот момент, друзья мои, не могу сказать, честно говоря, этот, не знаю. Мы не рабы Божьи. Смотри, что вы понимаете под рабами Божьими. Христос говорит: я уже не называю вас рабами, но называю друзьями. Говорит, потому что раб не ведает, что творит его господин. Значит, в этом плане нет. Но рабы, вот некоторые вот, русские вот, толкователи, да, вот почему русские, потому что это все-таки русское слово рабы, да, они говорят, что это соработники Богу. В этом плане да. Надо понимать, что мы имеем в виду под словом «раба», «рабы». Когда я говорил, что мы не рабы Божьи, я имел в виду именно первое, что мы знаем Бога, мы видим Его, Он нас усыновил в этом плане. Да? И поэтому мы говорим «Отче наш». В древности, когда умирал хозяин дома, имущество оставалось не у рабов, а у сыновей. В этом плане, когда я говорю, мы не рабы, да, а в то, что раб выполняет волю господина своего, то да, друзья мои, в этом плане мы рабы. Понятно, да, этот момент? То есть, все зависит от того, что мы понимаем под словом «раб». То есть, вы имеете в виду, что в наше время пророков нет и быть не может? Нет, я не это имею в виду. Я говорю, что, возможно, пророков не быть, но пророчество всегда есть. И пророк, обязательно, друзья мои, должен иметь, как бы сказать, разрешение от церкви, чтобы пророчествовать. То есть вот так идти и там что-то пророчествовать и так далее. То есть церковь должна признать его за пророка. Если не признает, то все. Потому что церковь, друзья мои, как говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, это утверждение истины. Утверждение истины. То есть церковь должна принять эти пророчества в данном случае. Вот. А пророчество, вот этот момент, значит, Господь же Иисус Христос еще говорит, что пророки были до Иоанна Крестителя. Пророки закона были до Иоанна Крестителя. А сейчас проповедуется Евангелие Царствия. Вот. Так, здесь, значит, закончились вопросы. Значит, и, кстати, вот ветхозаветные пророки и те пророки, которые написаны в первом послании к Коринфянам 12 главе 28 стиха, что Господь установил пророков, это разные вообще явления. Это не те пророки, которые ветхозаветные, и они говорили о пришествии Христа. Эти пророки – это те люди, которые возвещали волю Бога. Это разные вообще понимания. Следующий вопрос. Сейчас я уже смотрю значит, в прямом эфире, что спрашивали. Так что означает поднятый палец вверх? Ответил. Так, Святой Дух – это личность? Да, Святой Дух, друзья мои, это личность. Третье лицо Святой Троицы. Об этом мы можем как раз почитать в 28 главе 19 стиха Евангелия от Матфея, где Господь говорит: «Идите, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть Бог – это Отец и Сын и Дух Святой. Не три Бога, а три лица. Об этом в предыдущем эфире Давид Бекназарян говорил. Если что, можете написать, я вам отвечу более подробно именно этим видео, чтобы здесь не писать. «Как побороть свою гордость? Из-за моей гордости я отвергла своего бывшего мужа, с которым прожила 18 лет, а сейчас он живет своей жизнью, а я страдаю. Какую молитву прочитать и успокоиться?» Во-первых, здесь также очень важно обратиться к духовнику своему, иметь духовника, обратиться и по этому поводу поговорить. Что делать? Что нужно делать? Во-первых, набраться смелости и понять, что мы просто ничто на самом деле. О какой гордости может идти речь?
в этом огромном мире мы всего лишь маленькая-маленькая вот такая штучка. И иметь гордость по этому поводу, друзья мои, это вообще нелогично. Смысла нет. А какой гордости? Гордость за что? За то, что я такой великий? Да я вообще ничто на самом деле. Гордость за то, что я чего-то добился, это не я, это Господь дал. Гордость за то, что я лучше другого. А чем я лучше другого? Ничем. Если все Господь дал мне, то получается это все, я вообще хуже всех. Гордиться о чем? Вообще смысла нет, друзья мои, гордиться. Есть 50-й псалом, который покаянный. Можете почитать, сестренка, и вам дай Бог, чтобы лучше было. Найдите смелость, если, значит, можете пойти к нему, с ним поговорить по этому поводу. Но сперва, конечно же, нужно посовещаться с священником. Пойти на личную встречу, поговорить, узнать, что лучше сделать. Если нету священников знакомых, которым можно поговорить, напишите мне, я вам отправлю номер, позвоните, встретитесь, поговорите. Как вы думаете, как выглядел Иисус? Есть такая икона, которая, ну, по преданию, что его нарисовал один из художников царя Абгара. Он является царем Асраены, Эдессии, Абгар. Некоторые считают, что это царь Малой Армении. Ну, может быть, и так, в принципе, в то время очень может быть, что он был как раз армянином, царь. Эдессии Абгар. Абгар 6 или 4, не помню. Вот, он болел проказа, и художник пошел и нарисовал Христа. Возможно, этот портрет и есть истинный портрет Христа, друзья мои. Но святой Иоанн Златоуст говорит, что он был одним из очень красивых людей, Христос. Вот. Не могу сказать. Этот вопрос, не думаю, что имеет какое-либо значение, друзья мои. Следующий вопрос. Не успеваю из-за работы и из-за расстояния попасть на личную исповедь. Получается, причастие не могу принять. Но если сам осознаю и каюсь в своих грехах, этого мало. Этот вопрос надо спросить и задать у того священника, которого вы исповедуетесь. Понимаете? Вот спросите у него, как мне поступить. Что делать? Позвоните по телефону хотя бы, что-то скажите, спросите у него, что делать. Вот, этот момент очень важен. Позвоните, спросите обязательно вот у того священника, у которого вы хотите исповедоваться. Иисус уже армян является пророком или Богом? Он уже ответил, он является Богом. Богом, старшим человеком, не представящим быть Богом. Авед Джан, скажи, пожалуйста, вот меня всегда мучает этот вопрос. Я уже спрашивал, но если мы в свечи не верим, иконам не преклоняем, не поклоняемся, наверное, и так далее, чем же мы отличаемся от церкви, таких как «Слово жизни»? О, Боже мой, прости, Господи. То есть вы считаете, что мы, чтобы отличиться от секты слова жизни, мы должны поклоняться иконам и верить в свечи? Это вы что, издеваетесь? Величайшее богословие в нашей церкви. Таких святых отцов имеем, такие проповеди говорят, и тут мы, оказывается, если не будем иметь, так сказать, поклонение к иконам, не будем верить в свечи, то все, мы слово жизни. Да вы что, издеваетесь? Простите, вот такое мое возмущение, но это просто непонятно мне. Значит, секты, секту от не секты, не это отличает, что ты там свечки ставишь или идешь там поклоняешься иконе и считаешь какие-то там иконы чудотворными, и что они там должны обязательно исцелять, там, что эту икону надо целовать постоянно, да? Если ты это вообще никакого причинно-следственной связи здесь нету. Объясню, в чем разница между нашей церковью и словом жизни. Во-первых, значит, сейчас я запишу. Значит, во-первых, друзья мои, слово жизни принимает, что спасение возможно только одной верой, без дел, отличается. Слово жизни считает, что во время причащения он вкушает всего лишь хлеб и вино. Мы так не считаем, это истинное тело и кровь Христа. Слово жизни собирается вокруг проповеди, а мы собираемся всегда вокруг причастия тела и крови Христа. Четвертое, слово жизни не принимает священное предание.
Только Писание, только Библия. А как понимать Библию? А откуда это все? Как правильно понимать и так далее? А как же соборы там, да, вселенские и так далее? Не принимает это все, плевать на все и это, понимаете? Слово жизни. Вот в чем разница. Такие огромные разницы, а вы тут про свечи и про поклонение иконам. Мы не поклоняемся иконам, друзья мои. Мы всего лишь уважительно относимся к ним. Иконы нам рассказывают своими портретами, да, о различных вещах, которые в истории церкви происходило, и в библейских моментах, библейские сюжеты показывают. Если у кого-то есть желание, целуйте, пожалуйста, иконы, выражайте таким образом свое почтение. Например, я, бывает, тоже поцелую, но от этого я не поклоняюсь. Также я целую руку матери, я целую фотографию моей мамы, целую фотографию там любимых мне людей. Что я поклоняюсь этим фотографиям? Конечно же, нет. И целую, например, что я, когда целую руку мамы, я поклоняюсь моей маме, руке моей мамы поклоняюсь? Конечно же, нет. Поцелуй – это выражение своего почтения, своей любви кому-либо. А свечи, опять же, хотите – ставьте, хотите – нет, это ваше личное дело. Вот так скажу. И когда мы этого не делаем, этим мы не уподобляемся слову жизни. Понимаете? Вот в чем все дело. То есть у нас только, и самое важное, слово жизни, она отпала от церкви. Точнее, Христос призывает к единству, а слово жизни отошло от единства. Для него самое, ну, это я. То есть, где единство, если ты веришь в Христа? Да? Он говорит, будь едиными. Зачем новое что создавать? Если есть старое, можно и древнее, да, вот церковь. Иди, помогай нам проповедовать. Зачем пошел там, что-то новое создал? Никаких там языках непонятных молитесь и говорите, это что языки. Вот в чем разница, а не свечи и иконы. И извините за мое возмущение, пожалуйста, я не хотел, это мое, вот так сказать, недостаток, что я сейчас вот так сделал. Я прошу прощения. Буду стараться так больше не делать. Так, следующий. Здравствуйте. Можете рассказать, как вы пришли к Богу? Осталось всего лишь 12 минут, я не успею точно это рассказать. В следующий раз как-нибудь это сделаем, ладно? Тут вопросы приходят. Вы читали Коран, изучали ислам? Сравнительное богословие, можно сказать, что изучал и Коран читал, да. Армяне же не верят в Троицу? Конечно же, верят. Что за вопрос такой? Конечно же, верят. Все, кто не относится к АЦРБЦ секта, то есть в рай не попадут. Значит, объясняю. Церковь, чтобы считаться церковью, необходимо иметь связь с теми церквями, которые являются, имеют апостольскую преемственность, апостольское начало, которые сохранили апостольское вероучение. Понимаете? Вот так взять, собраться, сказать, все, мы церковь и так далее. Ну, нельзя так делать, понимаете, сестренка. Так не делается. Этим в первую очередь нарушается единство церкви. Нельзя нарушать это единство. Нельзя идти против этого единства. Нужно стремиться к этому единству, а не брать что-то свое создавать и пытаться что-то так такого делать. Нужно идти к единству. Вот. А слово жизни и другие вот секты вот так сделали. Секта в первую очередь это отделение. Те, кто отделились, они поэтому называются сектой в этом плане. И вероучительные там различия, огромное количество главных моментов, то есть разница, то есть моменты, которые нас беспокоят касательно спасения. То есть самое важное, да, спасение. Путь к спасению нам показывают различный. Что, конечно же, мы не принимаем, друзья мои. Вот так. Следующий вопрос. Сейчас посмотрю. Почему армянские священники изучают арайский язык? Ну, кто вам сказал, что не изучают? Ну, что вы говорите? У нас очень много людей, которые вот являются специалистами по евреи, по ивриту и так далее. Сегодня мусульмане угощали сладостями. Как вы думаете, можно взять? Ну, как бы, для чего они это сделали? Это же не жертвенное что-то такое, да? Это обычная там еда, то есть это они там этим самым раздают милостыню. Если хотите, можете взять, я думаю. Может, болезнь для нас для испытания? Да, может быть и так. Правила вопроса посмотрите, если не сложно. Давай посмотрю. Как вы думаете, почему люди рождаются инвалидами?
Различные варианты есть. Во-первых, то, что наша природа уже искажена, друзья мои. Наша природа, она уже болезненная. Она такой не должна быть. Есть очень хорошая книга, называется «Почему страдают дети?» Написал один из русских психолог Зорин. Советую почитать. Значит, почему рождаются инвалиды? Много причин есть. Возможно, это путь к спасению тем родителям, которые стали вот этого инвалида содержать. Почему бы нет? Человек вот всю свою жизнь терпел, помогал ребенку, любил, проявлял заботу, любовь. Это путь к спасению, к его и вот к этому человеку, например. Много чего может быть. Господь по-разному заботится о людях, пытаясь помочь, пытаясь спасти. Вот так могу сказать. А есть другие причины. Просто, например, неудивительно, что у людей, которые зависимы от наркотиков, наркомания, там, алкоголизм, неудивительно, что вот такие дети будут рождаться, к сожалению, да, будет так. То есть, поэтому это и это может быть, и другое может быть, все что угодно может быть, различные причины есть. То есть нельзя сказать, что вот это вот 100% вот эта причина. А бижутерия и украшения тоже от беса и все украшающие. Нужно понимать, для чего мы это все делаем, для чего эти все бижутерии и так далее, для чего вы все это делаете. Правильнее носить крест с Иисусом или просто крестик. Ну, у нас в традиции принято носить крест, такой цахкел называют, цветущий крест. Вот. Молиться с четким надо и когда, но это больше так монахи делают. И у нас вот в церкви, когда нужно много раз сказать слово «тервогормя», да, «Господи помилуй», когда вот такое во время богослужения этот момент есть, вот мы четко используем иногда. Но опять же, это все нужно делать с пониманием, с благословением. «Иисус насума ездес этам минча вашхари верчу». «Айо, Иисус Христос мирит, амэн варкян, амэн ош». «Айо». «Какой псалом читать, чтобы бросить курить?» Друзья мои, 50-й псалом очень важен, но опять же, это не магические какие-то слова, что надо вот там делать, да. Нужно просить Бога помочь тебе, нужно просить Бога помиловать тебя, да. Это моменты такие, то есть это не какой-то там вот псалом, там прям вот почитал, отлично, сейчас там брошу курить, да, или что-то еще. Это работа над собой, это молитвенная просьба Богу. То есть в этой молитве не должно быть внешнее действие должно быть. В этой молитве у нас должна быть душа, понимаете, вот в чем дело. Мы должны с пониманием эти все молитвы молиться. Вот. Извините, можно вопрос не по теме? Как приплеть вопрос, как у вас? Ну, там внизу, я, честно говоря, не знаю, там вопрос такой. Вопросительный знак, можете там написать и сделать. Так. Бедная Витик Джан, мне тебе очень стало жалко. Ничего страшного, нормально. Мы почитаем икону. Да, мы почитаем, а не поклоняемся. Но они говорят, что священники убегают от даров. Кто говорит, о чем этот вопрос, я не понял. Но икона же образ святых, поэтому мы не поклоняемся иконам, друзья мои, мы всего лишь уважаем. Вот почитать, это вот как бы более такой старый язык. Уважать. Уважаешь маму, папу, да, и уважаешь, также и почитаешь вот иконы в этом плане. Спасибо большое, интересно, просто все туда ходишь, прям толпами, неинтересно, что там такого, чего нет православной. Да, я не могу сказать, значит, возможно, им нравится вот это, всякие вот такие эмоциональные моменты, не знаю, у каждого по-своему, надо у них спросить, надо спросить у них, посмотреть, чего это такое, вот. Не обижайся, Лена Джан, вы меня извините, что, может быть, немного возмущенно сказал, ладно, если что, простите, пожалуйста. Почему христиане больше интересуются исламом? Тянутся к нему много вопросов об этом. Не знаю, почему надо спросить у тех, которые это делают. Я, наверное, не особо такой любитель ислама. Во, в чем тогда различие православной церкви от армянской, если не вере в Троицу? Это все-таки в терминах об природе Христа. Вот в этом. Природе Христа, вот так. Друзья, делают всегда матах. Это можно? Ну, матах, надо понимать, что это такое. Матах – это мато ахкадать, то есть преподносить бедным. В этом плане, да, конечно же. Да, матах – это, в первую очередь, милостыня. Это помощь бедным. Вот в чем правильно. Вот как правильно. То есть это не жертвоприношение какое-то, да, это любовь к бедным, проявление заботы о бедных. Армяне участвовали во время принятия догмата о Троице. Конечно, в 325 году принимал участие святой Аристакес, сын Григория Просвителя, он принимал в Никейском соборе участие, конечно же.
Что делать, когда захожу в церковь без слез, никак не обходится? С чем это связано? Возможно, стоит эти слезы направить к своим грехам, да, к своему вот внутреннему состоянию, да, и подумать, что эти слезы, как бы стараться, чтобы эти слезы исходили из сердца, да, не просто там случайно как-то там пришло, да, а стараться и в церковь почаще ходить. И, конечно же, будете чаще ходить, будет это вам уже обычное, так, необычное явление, а, так сказать, ваш дом, да, не то, что там редко хожу, да, вот. Пока чаще будете ходить, я думаю, и слез не будет. А если слезы будут, еще лучше, отлично. Многие люди мечтают о слезах, да, слезы покаяния. Очень важно иметь покаянное сердце, друзья мои. И это чтобы как бы слезы за свои грехи, и слезы очищают грехи, если, конечно, они слезы покаяния. К святым можно, мощам можно пополняться, наверное, поклоняться, имею в виду. Нет, мы не поклоняемся святым мощам, друзья мои. Мы, опять же, почитаем их, уважительно относимся. Как вы считаете, Библия могла быть переписана? Что вы понимаете под переписыванием Библии? Да, то есть, то, что она была скопирована, ну да, это нормально, обычное явление, чтобы не портились бумаги, так делаются, да, старые бумаги. А то, что она искажена, нет, такого нет. Что значит внешний вид армянского креста? То, что крест, это в первую очередь нам напоминает о спасении. Спасение нам это напоминает об этом, что Господь принес нам спасение, возможность вечной жизни. Поэтому цветущий крест в первую очередь. Можете поподробнее рассказать о природе Христа с армянской стороны? Мы считаем, что у Христа единая природа, вот так. Вот как святой Кирилл Александрийский учил, в принципе. Если что, пишите мне в личных сообщениях, я вам отправлю более подробно об этом. Амиши, кто они? Это, так сказать, протестантские вот, протестанты, которые там считают, что могут, ну, в Торонто тоже уже сказали, да, которые считают, что нужно передвигаться исключительно на тех вещах, которые в 18 веке люди передвигались, там, на колесницах и так далее, вот там, на лошадях, на машине, там, телевизор и так далее, для них это от зла, от бесов. Все защищает, да, очищает. Обязан христианин посетить Израиль в качестве места полностью. То есть, есть желание, пожалуйста. Так, вопросы тут. Как научиться молиться каждый день с удовольствием, с каких молитв начать? Может, мне кажется, что для начала необходимо подготовиться к молитве. Вот этот момент очень важен. А сейчас заканчивается время. Напишите мне, пожалуйста, я вам попробую, так сказать, более подробно там объяснить. Ладно? Да, еще вопросы тут. Все! Я это сделал. Этот вопрос я тоже отвечал. Отлично! Слава Богу, друзья мои. И уже потом, в третьем веке, все это собрали в одну кучу Библию. А я имею в виду искажение переводами, потому что изначально текст записали на иврите, на арамейском, потом на греческом и латинском. Одно только Евангелие от Матфея было написано на иврите, все остальное на греческом. Если даже сейчас возьмете все эти переводы, посмотрите, что они очень, они не отличаются, они одно и то же, смысл один и тот же. Смысл то, что Христос воскрес, нам это привнесли. Вот это самое важное. Поэтому называется благовестие, радостная весть, да, аветаран, Евангелие, Евангелион, да. Вот это самое важное. И мы в это верим, и нету различий в этом плане. Каких молитв читаете и так далее. Напишите мне, я вам скину информацию о молитвах и так далее. В третьем веке собрали, в третьем веке, друзья мои, в четвертом веке только канон появился. А так, до этого, конечно, все эти книги были, друзья мои. Поэтому, если это библеистика есть такая наука, которая все объясняет. Я у стены плача отключилась, полная там потеря себя. И зачем вы пошли у стены плача, не понимаю. В Царстве Небесном будет иерархия, кто-то выше, кто-то ниже. Это не знаю, я уже отвечал на этот вопрос, что не знаю, друзья мои. Родные мои, эфир подходит к концу, я уже не успеваю на все эти вопросы отвечать. Если что, все вопросы, пожалуйста, в личное сообщение, с огромной радостью попробую на них ответить. 20 секунд остается. Храни вас Господь, с Богом. Дай Бог вам доброй ночи, друзья мои. Всего доброго.